Церемония открытия новой производственной площадки в СЭС «Брест» – событие значимое. Ее участниками стали представители руководства области, района и города, работники компании, виновника торжества, а также итальянской дипломатической миссии. Почему именно итальянской? Все просто. Фриза Индастри – предприятие с итальянским капиталом. К слову, в СЭС «Брест» три субъекта хозяйствования имеют тесные связи с этой страной. Нам очень приятно, что на территории промышленной площадки СЭС «Аэропорт» появилось вот такое замечательное предприятие. Предприятие, которое на сегодняшний день успешно развивается. То, что касается объемных показателей, хочу сказать, что с вводом данного предприятия, данного здания, увеличили объем производства в 3 раза, в 2 раза увеличен экспортный потенциал. Ну и самое главное, что для нас это вот коллектив, который здесь стоит. На территории свободной экономической зоны Брест предприятие появилось в 2011 году. Под производство его учредители арендовали площадку в 1500 квадратных метров. Начинали с выпуска термоизоляционных шторок и 7 человек в штате. Сегодня расширился и ассортиментный перечень промышленного холодильного оборудования и количество сотрудников. В настоящее время здесь трудится около 8 десятков человек. Мы в Белоруссии 6 лет. Это очень удобно. Страна в центре Европы, в 2 шагах от Польши и в непосредственной близости от России. Это ключевой момент. Мы рядом и с поставщиками материалов, и с покупателями готовой продукции. 95% произведенного здесь уезжает на российский рынок. Как не раз в ходе презентации завода отмечали учредители, запуску производственной площадки они рады, но это не повод останавливаться на достигнутом. В планах на ближайшее время новая стройка. И не одна. В этом году мы планируем построить еще 1700 квадратных метров помещений под склад. Планы на 2019 – строительство точно такой же по функционалу, но еще большей по площади производственной территории рядом. Анастасия Стропко, Павел Малашонок, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.